Всем привет, с вами король предварительно расшнурованных кроссовок, и у нас продолжается неделя Леброна. Видите, это кроссовки короля Леброн Witness 3. Witness — это дополнительная линейка Леброна Джеймса, можно назвать ее командной, для команды Леброна. Эти кроссовки на пару уровней ниже именной модели стоят. То есть есть именная модель, здесь солджеры, а здесь идут Witness и Амбассадор. Амбассадор параллельно. Амбассадор раньше в России были, сейчас они только в Азии продаются. Но это самые дешевые кроссовки Леброна на рынке на данный момент, бюджетные кроссовки. Но мы с вами обсуждали в прошлый раз, я вернее говорил, а вы потом комментировали, что Леброн рано или поздно может начать движение, как и Майкл, в отделение от Найки. По этой модели этого не сказать. Посмотрите, какой огромный свуш с двух сторон. Поэтому Найки свои позиции придерживают, не дают королю вытеснять себя. И у нас было обсуждение такое ВКонтакте, любопытное, ссылочка на группу под видео, что эти кроссовки, в общем-то, начали быть похожими на футбольные бутсы, а, соответственно, прямая дорожка сходства с кроссовками Коби Брайанта. Коби Брайант уже не играет, линейка производится, но вот эта вот полуфутбольная обувь, в общем, к ней все идет. Мы недавно обсуждали с вами Хардены, но вот если поставить рядом Хардены и Уитнесы, то, в принципе, вы видите, что определенный минимализм, он, ну, он как необходимое, кто-то скажет зло, а я скажу добро. К чему лишнее? Вот если вы приходите на корт, здесь, допустим, отличная яркая камуфляжная расцветка подошвы. Это определенная изюминка. Материалы здесь достаточно хорошие. Если вы от них получаете то, что вам нужно, защиту, играбельность, то, собственно, что вы думаете? Такие ребята, как Under Armour, которые себя ищут, они придумали Carry 4 и 5, которые подходят, в общем-то, только к Carry. А LeBron Witness 3 подходят всем. Давайте чуть детальнее расскажу про составляющую, составную часть, так скажем. Значит, тканый материал. Ну, это не флайнит, это просто такая оболочка тканевая, текстильная, с внешней стороны. В носовой части она более эластичная, чем в центральной. На носу такой запаянный кусок, дополнительная защита пальца большого, ну, такая формальная, и от трения нога об ногу. Для некоторых людей это проблема. И очень интересный аспект. Эти кроссовки продаются на азиатском рынке, и у них вот здесь, с внешней стороны, элемент такой же. С внешней стороны он выступает как защита. Я считаю, что, конечно, этим кроссовкам не помешало бы в массовом релизе иметь такую же защиту с внешней стороны, потому что, ну, это все же ткань. Она, когда намокает, она еще и тянется, еще более податлива к деформации и разрушению. Я думаю, здесь это бы не помешало. Мне нравится вот это исполнение такое шестигранное, такие, скажем, соты. Они, ну, что-то похожее где-то уже было. Я вот думал перед видео, но так и не смог вспомнить. 5 петель. 5 петель, в принципе, достаточно. Они начинаются не очень низко, не очень высоко. Сидят на ноге достаточно плотно. Сами по себе, без шнуровки. Ощущения от этих кроссовок мне понравились. Они достаточно плотно сидят. Я не буду больше проводить таких прямых параллелей с Харденами. Но что-то такое отдаленно напоминающее Хардены третьи. Я перед этим говорил вторые? Нет, неважно. Короче, я тогда говорил про третьи, сейчас я говорю тоже про третьи Хардены. Какое-то внутреннее такое наполнение хорошее. Если мы сравним бюджетные кроссовки Witness и Flight Rep, то Witness побеждают. У них ценник примерно одинаковый, 7700. Flight Rep 2, кстати, будут тоже 7700 стоить. И вот эти кроссовки побеждают, и амортизация, мы сейчас к ней придем, и исполнение материалов, и
общее такое палитра для всех. Палитра для всех, то есть они подойдут любому. Ну, тем, кто, конечно, не любит низкие кроссовки, это другой вопрос. Но они хорошо сидят на ноге в любом виде. С внешней стороны вообще пластиковые, прорезиненные, я не знаю, жесткий свушек. Такой же и выполнен с внутренней стороны. Но здесь внутренний стакан поддерживающий, он создает еще такую более жесткую основу. Посмотрите, как выполнены швы по контуру. Это хорошо с точки зрения носкости. С другой стороны, если нога без высокого носка, то может быть какое-то натирание. Ну, это, опять же, это мое видение. Логотипчик Короля, две петли. Вот чтобы получить максимальный комфорт, вы получаете две петли. Двумя пальцами так чик и зарядили. В области пятки еще один логотип Короля. Пена, вокруг кроссовка черная. А вот это пластик. Ну, то есть вообще пластик. Это не плотная резинка, это прям пластиковая такая штука. Она как такой сдерживающий каркас, борт у лодки. Whatever, неважно, как говорят американцы. И подошва. Подошва, я думаю, по сочетанию цена-качество, это где-то топ. Это где-то топ, и только... Блин, опять мне приходит в голову Harden'ы Bounce Edition 2 Volt. Мы такие про них рассказывали. Вот те стоят 8, а эти 7700. Вот они примерно по системе амортизации схожи. Но здесь, посмотрите, какого размера внутри баллон Air. Это не зум. Это не зум. Он не очень чувствительный, но он амортизирующий. То есть чувство корта в них чуть похуже, чем если бы это был тонкий зум. Он более жесткий, больше пружинит. То здесь это мягче, он такой, как перина. Надпись Air, у нас здесь такое окошко, где вы можете видеть, собственно, этот баллон. На кроссовках, на подошве изображена карта города Акрон. Города, где родился Леброн. Тут какие-то места помечены. А, СВСМ, это школа его. Что у нас тут? 76, это улица, 76-я, вот здесь 77-я. Ну, в общем, парень не забывает свои корни, помнит. Итак, второй предварительно расшнурованный кроссовок. Опа. Посмотрите. Witness. Почему witness? Witness – это свидетель. Свидетели, мы все с вами свидетели королевской игры короля королей. Леброн и царь зверей. Кинг, кинг. Кинг – это же король. Это царь. А как у них царь? Цар? Не знаю. В общем, смысл вы понимаете, да? Такое же обрамление, вот я показал здесь, шовчик, такое же обрамление и на язычке. Он достаточно такой... плотный, видите, он даже амортизирует в обратную сторону, не складывается. Внутренний текстильный сапожок, вентиляция присутствует. Сапожок располагается примерно на 60% кроссовка. Кроссовки. Да, если кто не знал, то кроссовки это всегда множественное число. А единственное число не кроссовок, а кроссовка. Женский род. Кроссовка. Я пытаюсь себя переучить, я понимаю, что это всем режет слух, мне режет еще и рот, поэтому я стараюсь и надеюсь, вы будете вместе меня поддерживать. Ну, в общем-то, сами переучитесь, это грамотно быть круто, дети, если дети слушают. И никаких обозначений, ничего на стельке, то есть сэкономили. Сэкономили на логотипах, на имени, на, так скажем, бренде. Бренде короля. Жалко было. Итак, ставлю сюда кроссовочек. 7700 – это ценник для Российской Федерации. На данный момент представлено 3 цвета. Один перед вами. И 2 цвета еще доступны сейчас или будут чуть позже. Это черный верх, красная подошва. И бежевый. Бежевый он идет сотый, как светло-белый такой. Ну, он бежево-молочный. Бежево-молочный, но такой достаточно приятный и как противопоставление двум черным расцветкам, такое, не будем переходить на расизм.
Эти кроссовки можно купить по ссылке ниже. По ссылке ниже и вес можно посмотреть, но вес у них очень маленький. Я думаю, что он входит в пятибалльную нашу шкалу, до 400 грамм смело там размещается. И если взять, опять же, сравнение цена-качество, то это топчик. Это топчик. Следующие ступеньки, это уже идут именные модели Пол Джорджа, Кайри. Дальше идут гиперданки, после идут там Солджеры, Дюранты, Коби Брайант или Броны, а потом всякие Джорданы. И завершает Джорданы 18 за 17 400 рублей. Вот такая вот ценовая политика. То есть дешевле этих кроссовок, опять же, пройдемся в обратную сторону, это Flytrap и ниже уже только Versatile. Versatile – это самые бюджетные, самые дешевые кроссовки, мы про них уже рассказывали. В них мало интересного, вышла третья модель. Она у меня есть под рукой, я не знаю, только стоит ли про нее рассказывать или не стоит. Итак, кроссовки короля. Пока три цвета доступны. Будут ли они в следующем сезоне, я не знаю. Я не знаю, потому что в каталогах я их не видел. А после Нового года, уже март-апрель, нас ждет новая версия. Новая версия этой же модели, премиум она называется. Вот эта премиум-версия, она идет с таким кожаным носом, ну, таким более дорогими материалами, а база остается прежней. Вот так. Друзья, с вами был Серж, проект Soulfinder. А если вы любите читать новости о кроссовках, но вам надоело ковыряться в английском языке Sneaker News, Soul Collector, то заходите на сайт crossovki.com. Ссылка тоже в описании. И до новых встреч!